Красавица Кострома. Город Золотого кольца России и Волжская жемчужина. Город с неповторимой культурой и богатой историей. Полный загадок, противоречий и легенд. Отсюда призывали на царство первого из династии Романовых Михаила. Здесь красота храмов и разливы колокольного звона вызывали слезы умиления у великого драматурга Александра Островского. В 25 километрах от города, на живописном берегу реки Волги, расположен уникальный спа-курорт «Серебряный плес», который открыл свои гостеприимные двери для отдыхающих 2 года назад. Красота средней полосы, мягкий климат, приятная экологическая обстановка. Сама природа создала здесь все условия для полноценного отдыха и оздоровления. Первым встречает гостей 4-этажное здание. Это основной корпус. Есть 2-этажное здание и 2 корпуса таунхаус. Одновременно «Серебряный плес» может принять больше 300 отдыхающих и разместить их в современных уютных номерах эконом, стандарт и люкс-класса. Для гостей располагающая домашняя атмосфера, оригинальное дизайнерское решение каждого номера и все необходимые удобства для проживания. Таким апартаментом удивится даже самый взыскательный посетитель. Кроме уютных номеров, в отеле к услугам гостей ресторан. Он работает по системе «Шведский стол». Кроме того, здесь можно устроить банкет. От изысканных на заказ блюд до легкого перекуса. А еще оригинальные блюда, приготовленные местным шеф-поваром. Кстати, ресторан «Серебряного плюса» любят не только отдыхающие, но и деловые люди. Для них работают 3 конференц-зала, установлен Wi-Fi. Атмосфера спокойствия, уютная обстановка и удобная мебель позволяют наслаждаться закусками и напитками лобби-бара. На отдыхе не забудьте подарить себе несколько приятных часов релаксации. К услугам гостей оздоровительные и спа-процедуры. Волшебная сила мастеров комплекса подарит вам 2-е дыхание. Сауна, хамам и джакузи приятно расслабят. А плавание в бассейнах «Серебряного плюса» принесет много удовольствия и радости. Для гостей настольный теннис, тренажерный зал, детский городок. Для отдыха всей семьей разработаны различные тематические программы. Например, катание на собачьих упряжках, спортивные эстафеты, ярмарочное гуляние. Поездка в «Серебряный плюс» оставит массу незабываемых положительных впечатлений от общения и отдыха на природе. Спа-курорт «Серебряный плюс» ждет вас всегда. Забронировать номер можно на сайте курорта или по телефону в Костроме 503-0. Адрес «Серебряного плюса» – Костромская область, Костромской район, деревня Кузьминка.